Лу Цзиньджи, давай мне полмесяца, что ты хочешь доказать? Что я не могу жить без тебя? Да, ты всегда контролировал меня. Как я могла вырваться из твоей хватки? Какая же ты жалкая, Дзян Лань. Тебе придется делить территорию с бездомным. Директор Лу, у вашей жены нет денег и мобильника. Ей некуда пойти. Заберите ее домой. Нет. Пусть пострадает на улице. И она сама вернется. Пойдем. Очнулись? Почему я в больнице? Вы не можете говорить? Можете написать? Доктор, почему я в больнице? Вас нашла уборщица в подземном переходе. Вы истекали кровью. Она решила, что вас убили, и позвонила в полицию. Полицейские привезли вас в больницу. Ваше состояние сейчас... Вы чувствуете себя лучше? Как мой ребенок? Он еще жив?